Из беседы первой на евангелиста Иоанна Богослова. Наслаждающемуся слушанием Священного Писания не должно приобщаться трапезы бесовской. Ты стоял здесь, слушая внимание учению Духа, и после этого идешь слушать блудных женщин, произносящих речи постыдные, а еще постыднейшие дела, представляющих на зрелище. Как же ты можешь вполне очиститься, оскверняемый такой грязью? Но для чего изображать по частям весь срам, какой там бывает? Все там – смех, все – стыд, там ругательство, насмешки, выходки. Все – разврат, все – пагуба. Вот я наперед об этом говорю и объявляю всем вам. Никто из наслаждающихся здешнюю трапезою, да не растлевает души свою теми пагубными зрелищами. Все, что там не говорится и не делается, есть сатанинская гордыня. Знаете вы, сподобившиеся таинства крещения, какие между вами положены обеты? Или лучше сказать, в какой завет вы вступили со Христом, когда Он сподоблял вас своих таинств? Что вы пред Ним говорили? Что вы сказали Ему о гордыне сатанинской? Как вы с отречением от сатаны и ангелов его отреклись и от всей гордыни его и обещали более уже не уклоняться к ней? Итак, немало нужно заботиться, чтобы не забывать столь великих обетов и не делать себя недостойными таких таинств. Не видишь ли ты, как при царском дворе призываются к участию в совете царском и включаются в число друзей царевых только люди, ни в чем не приткнувшиеся и достоуважаемые? К нам пришел посланник с неба, посланный от самого Бога для того, чтобы сказать нам о некоторых необходимых предметах. А вы, оставив слушать то, что он хочет нам передать, и для чего уполномочен к нам, сидите, слушая лицедеев. Каких достойны это молнии, каких громов! Но как не должно приобщаться трапезе бесовской, так не должно принимать участие в слушании бесовском, в нечистой одежде приходить к светлой трапезе, обильной столь многими благами. Трапезе, которую готовил сам Бог, такова ее сила, что она вдруг может вознести на самое небо, если только мы будем внимать с чистым сердцем. Итак, неприлично тому, кто часто оглашается божественными словами, оставаться в настоящем низком состоянии, но необходимо тотчас воспарить, возлететь в самую горнюю страну и насладиться сокровищами бесчисленных благ, которых досподобимся получить все мы, благодатью человеколюбием Господа нашего и Иисуса Христа, которому со Отцем и Святым Духом слава и ныне и присно и во веки веков. Аминь.